Давай, раз, два, три. Блядь. Димка. Россия, Ромич. С России перейдите, кто там Карту наблюдатель, сменишь? там пару человек, чтобы места освободить. Кстати, карту-то надо сменить. Нет, не Надо надо. побольше поставить. Не, нормально, она и так здоровая. Ну как Если что, здоровая, там не сатурн хватает. тупик большой. Сатурн нет. Да нормально здесь будет, 5 на 5 на. Нормально, Сатурн нет, в смысле? Рашид, карту Сатурн нет, реально, Сань. Кукуха, уходи в На Урскую США. поставь. Такая на Урске, вы что, издеваетесь? Все. Значит, смотри количество людей еще раз. Афганистан ставь хоть свой. Не Хотя нет, надо. лагать будет. Не надо, Афганистан. Афганистан тут не потянут, друзья, вон уже Прохор, вижу. Прохор, ставь и все. Давай я сам определюсь, что поставить. Давай. Хочу Ну хоть напомнить вам, что-то что, поставь, кстати, пожалуйста, прошлую карту нормально. мы лагали. Сейчас посмотрим. Это значит, надо найти того, кто лагал. Ставь я под биг. Там риск сломан. Как у Дениса, биг. А, респы сломаны. Так они же вроде на бою сломаны, а не на захвате территории. Так, Ромич, Россия. Так, давай дальше. Копку выбрал, а мы убрали. Пока что. Закрой Так, наблюдатель. погодите, сейчас, секунду, зайду обратно. Кого ты взял? Я выбираю сейчас. Ну так выбирай, что ты сидишь, ждешь? Время-то идет. Сталин. Сталин, Саймон. Гриб. Гри. Ладно. Терминатор. А? Россия. Айс терминатор за Россию. Это кикни. А, нет, не надо Вы за кикать. США, кстати, или как? Да, давай за США. А Но на США? узких. О, народ сейчас Степанович вместо Кисмина. Зовите Степу. Выбор, скат или Степанович? Кат! Блять, нет, Сейчас нет! еще раз такое будет, сейчас бананы начну раздавать. Даже говорить не буду, разом дам. Сука, бля, гробовщик. Стой, сейчас я... Кукуху бери. Да, сейчас я беру... Сам беру. Кликишь, Миша. Ты, Смир, ты же не будешь или будешь? Ты видишь меня на сервере? Да. Вижу. Вопрос. Позвонили из своего компьютера. Вопрос. Хочешь играть в пошаговую стратегию а-ля мародер? Или нет? Кстати, да неплохая стратегия, мародер. Я играл. Ты смотри, смотри, если сейчас придется Степануть, ты будешь... Ну, он пришел последним. Как бы... Давайте быстрее. Хотим нормальную игру сыграть. Пожалуйста. Я не говорю то, что А я вообще сейчас сколько буду нас лагать. дисконс мира? 5 на 6. Ну сейчас типа на это шоу, просто 6 на 6. Сейчас, а я бот. Кстати, чистим мой пишет. Так, я беру попку. Это никуда? США. Жопка. Жопка, да? Чё? Да, давай куканоид к нам. Ага. Так, Гри, выбор. Чё, блядь, за цирк? Кой. Подожди, стой, 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 Два стой. игрока осталось. Я лагаю. Чё выбор? Кого выбрать, ската или степаноида? Степаноида бери. Ну я даже не знаю, подумай. Гробовщик. Я просто мало со скатом играл. Бери степаноида. В смысле, ну вот ты одну игру сейчас с ним сыграл, как тебе? Я не знаю. Да блин, по одной игре он, блядь, определил, да. Охеренная у тебя логика. А у него такие под жопой маленькие бомбочки лежат. Вот он бомбит, они взрываются. Бля, может все-таки НАТО, а не США? Нет, США. США игры будет. Степанай, заходи. Степанай же за США, да? Да, Степанай за США будет игры. Наконец. Дай мне, пожалуйста, пальчик. Я тебе отрежу. Нахуй! Так, мы определились. И Да, что, все. скат за меня идет или еще Сейчас кто-то есть? я только IP поменяю. Скат за нас, да? Да.
Скат галку ставь. А что у нас 5 на 6? Да его не считай, он там будет 6. Сидеть. Трансформироваться в наблюдателях. Кто там в наблюдателях? Тут бегите из мира лагать будет. Санчес, серьезно. Да он наблюдателя будет, он же играть не будет. Наблюдателя, не надо, пожалуйста, давайте реально без Кинсмира, это, ну, серьезно, будет лагать, в таких больших играх тем более. Если будет лагать, я сам для его. Кинсмир, понимаешь, вы так устроено, особенно ничего не... То, что... Ты, погоди, Димка, ты мне сейчас будешь объяснять, как устроена игра, то, что я давно знаю. То, что есть баг, то, что есть гребаного, что наблюдатели, если лагает один, либо это игра взлетает. Гробовщик, а как нас оказалось меньше, чем вы, хотя мы выиграли? Да сейчас типа... Типа ночью зайдет к нам. А-а-а. Блин, Санчес поменял IP, а IP, а я старый делал. Может, я люблю? Нет, Гри, спокойнее. Блин, мне еще сегодня готовить. И ванну помыть надо. Все, поехали. Санчес, запускай. Расходимся. О, точнее, расходитесь нахер. Слава богу, не трепануйте с ними. Короче, тактика такая. Ром. Идешь с Саймоном в лес, кукуха на центр, а с... терминатор со скатом направо. Справитесь там. Берите, что хотите, только из наземных войск, морпехи или мотострелки. Я понял. Я пойду покурю пока. А я полечу. Как? Да-да-да. Возьми этот мотострелков. Я морпа возьму. Ну, я их и собирался брать. Короче, ребят, если нужна помощь, говорите. Если у меня помощи нет, я вам говорю, у меня нет помощи. А как надо кричать насчет помощи? Враг на 12 часов. Требуется поддержка с воздуха, блядь. Авиация сбита, блядь. Что нам делать? Вызываем на тебя. Короче, ребят, справа скажите, кто у вас там на 12 часов? Димка, Горбовщик, Степа или кто там? Паникла. Я скажу, как вам действовать тогда. В начале боя, конечно, можете взять дорогую пехоту, но если потом не зайдет, покупайте только дешевую. Из общих войск. Какую бригаду я взял-то? Ромчик, куда мы с тобой идем? Блять, я ВДВ взял, ребята, блять, пиздец. Куда дальше атакуем? А, все, понял. Вспомнил эту карту. А не, не ВДВ, авиация. Я думал, спутал бригаду, но случайно кнопка соскочила. Ближайшие точки я захвачу. Ну не все, точки две, наверное. Я, короче, эти снайперов куплю. А, ПЗРКшников берите, всех касается. По КД просто оставляйте, куда попало. Ну, не прям под линию фронта, но поближе, потому что авиация будет над вами, чтобы хотя бы 3-4 расчета ПЗРКшников было. Касается правого фланга еще. Больше всех. Заебал БРДМ застревать. Сталин здесь. Никита, Стас. Все в сборе.
Ребята вас атакуют. Фугас, молодец, хорош. Вот эту точку захватите. Авиация будет через минуту. Я ПЗРКшников вам вызвал. Не знаю, кто у них на авиации. Шилки, зушки там обязательно. А вот сюда зушку пригоню. Ребята, уже танки лезут. Но вам тяжеловато будет. Точно этот воздух у них будет. Не знаю, посмотрим. Кукуха, закрепляйся. Ну, со Стёпой тебе, в принципе, ну, вы примерно где-то равны. Вот. Выбей ему танк и закрепляйся дальше. За точку там пехоты раскидай и все. Подсвет, чтоб тебе был. Саймон, правильно делаешь, что по краю идешь. Но надо пехоту сейчас сюда. Хотя бы полтора отряда по кустам, на деревья. ПТРК даже тащи. Миномет тащи, там, инженерный там раскопай, укрепи, чтоб тебя не выбили. Ребята, опять хамвик едет, гори. Левый фланг. Хаммер. Напрягите что-нибудь. А я лечу к вам. Правый фланг. Танк я вам вынесу, держите его в подсвете. Я сейчас боюсь, за мной прилетит что-нибудь. Я кто у них на авиации? Ребят, левый фланг помогу, но я сейчас пока правым помогаю. Ни одна ракета не нажилась. Этот, кукуха, ловатку можешь снять? Иначе она меня собьет на развороте. О, хорош. Трекер я тебе вынесу. Да, чё ракета не наводится? Дичь какая-то. А вон они сидят, вижу. Сейчас на армию пройдусь. Ребят, вот эту местность заполните. Я сейчас на армию пройдусь там этот. У них походу все в наземке. Нет, не ходят, все будут еще. Ребята, ловатку слева можете забрать. Я ухожу. Я РВшником. Вылетел. Сейчас я его собью нахер. Чтоб он вам мозги не делал. Сейчас через лево. Ребят, ловатку вынесите, тогда я вам помогу. Ребята, справа укрепляйте, пытайтесь на ту точку идти, сейчас вам скоро помогу, разберусь только слева. Там кто еще?
Я вот тараном или как? Я не видел. Я тоже не видел. Ребят, есть рак... этот, есть нары, ракеты, сейчас справа помогу. Просто два танка вынес на. Ребят, сейчас танками помогу, но я не знаю, что-то ракеты не наводят. Ловатки уничтожайте, уничтожайте ПВО, правый фланг, тогда я буду чаще перелетать. Чего сбили, я так и не понял, ну ладно. Ребят, сейчас у вас ни одного танка не будет, если все наведется. Кукуха, держись, молодец, но попробуй заполнить то место, где я зачистил. Ребят, ловатку уничтожь, я же сказал. А, нечем пока. А сейчас попробую душку идти. Просто в небо нахуй. Я там разбил. Ну я Степе танк вынес. О, хорош. Хорош. Ребят, пока без авиации. Тащите больше ПТРК. На танке я им покромсал справа. Вот, вот эту штуку попробуйте. Идите на эту точку. Отсюда пехотой ползком. Здесь пехоты у вас вообще нет. ПТРК, корнет там возьмите. Сдалека с расстояния 10. Ну, у меня конкурс ебашит сейчас. И вот эту, пытайтесь занять эту точку, ребят, тоже надо. И как у вас, вот эту точку-то отнимите, левый фланг. Сейчас, здесь подукрепите. Вы чё? Так, оставлять. Я думаю, чё у них очки идут? А, круто, я не слышу, чё тут. Ребят, вы что так точки оставлять? Тылу оставили, а в лесу воюете. У них снайпера где-то здесь. Су-34 поддержки скоро будет, ребят, помогу. Я если бомбу туда накидаю, вам поможет? Кукуха, тебе что мешает сейчас? Используй снайперов, кстати. И сюда, я не знаю, киньте отрядик, ползите потихоньку. Слева, если вам один танк мешает или два, я помогу их вынести.
Че, может, будем пробовать, короче, заражить эту точку? Да, будем. Я сейчас, короче, бэхой заеду, разведаю, может, класс сломаю. Ребята, у них ПЗРКшники, которые меня могут убить. Я вам пару бомбочек скину. За мной самолет, ребята. Напрягите стволку, есть кто-то? Вон, зушки, зушки, левый фланг. А то если меня сейчас собьют, вы останетесь без авиации. Да ладно, не навелась. Обрашу. Я вам сейчас хорош кинул. Ребят, справа отбомблю вот эту точку, которую вы не можете взять. Продвигайтесь к ней. Ребят, ну нахер я. Я ухожу на перезарядку. Ребят, нам нужна одна точка вроде как. Пробуйте взять, которая сейчас более доступная. Ребят, вот сюда ПЗРКшников вызовите. Гори и попка, блин. Пробуйте вот эту точку отжать. О-о-о. Вот это вообще. Да. ПЗРКшников у вас нету, да? Пробуйте, кто-то как бы один делает вид атаки, а другой пробуйте отбивать эту точку, потому что на кукухе на центре тоже тяжело будет. Когда вот здесь дыра, никого нету. Минус лап. Так, у меня ближайший штурмовик через 3 минуты будет. Эту лапку еще снимать. Танк могу вынести вот этот. Там, блядь, два обратно. Вы вот здесь пространство заполните и пробуйте вот ту точку зажать, которая к центру ближе, вот эту сейчас дам. Вот. Тогда и центр легко будет, и потом я уже вам там помогу. Ничего там сложного нету. Самолет на перезарядке. Миномет стоит. Да-да-да. Ребят, вот сюда ПЗРКшников можете вызвать? Или даже не туда, сейчас скажу куда. Вот. Что вам там мешает? А венгер вынести, я вам помогу. Самолет на перезарядке пока, мисс. Ближайший будет через минуту 27. А правый фланг, двигайтесь к этой точке. Что у вас там? Смотрите, где минометы, что-то.
Мешает говорить сразу. Вижу, где миномет. Вот здесь прям вместе стоит миномет. Я вижу, да. Я туда что-нибудь скину. Страйк. Подожди, терминатор не едь. Просто держи на пушке. Если он подъедет ближе, этот страйкер, ты с автопушки или с тура его. Не сливай, там танки, они тебя сольют в этот БТР. Просто держи на охране. У вас тут танка сейчас нету. Вот, и обороняться страйкера будет нечем. Еще миномета не протащили. Так, где? Здесь. Хорошо. Так, мы держим. Укрепляйте вот эту точку, потом скажете, в чем помощь. 30 секунд и смогу помочь. Ребят, вот сюда шилочку кто-то может поставить в яму. Зушку поставлю. Так, я лечу. Да, поставь зушку хотя бы. Так, за мной самолет, ребята, напрягаем. Вот там. Больше ПЗРК. ПЗРК, вот он, блядь, там даже не отреагировал. У меня вот здесь стоит шилка, тоже тур. Ребята, танк живой, да? Внимание, танк живой, который у вас справа. Шилка по ЗРК, он слева, тоже прилетел. Слева помочь с танками двумя. Сейчас лечу. Лечу. У меня электронику поломали, я не могу ни бомбы, ничего скинуть. Ухожу. Ребят, с утра 4 налево лечу, сейчас помогу. Что вам надо, где? Два танка. Ребят, самолет, берите его на этот. Подбили. Ребят, без самолета. Я вон там отбомбил. Хорошо, по идее. Вот здесь у вас ПТРК стоит фугасом. Ну, ты хотим что-то зарядить хотя бы в точку, а то она стоит и не захватывает. У меня пилоты, они не захватывают. Вот.
Ребята, их не же окопы, ямки, занимайте все, не стесняйтесь. Кукуха, ПЗРКшиков вот сюда вызови. Не надо за ними смотреть, хотя бы у тебя 2-3 отряда будут ПЗРКшики, они недорогие, они сами будут стрелять. Один не попадет, второй, но зато третий. Вон меня с ПЗРК сбивали. Я знаю, не есть. Ну вот, не жалей, там 20 очков стоят они. Да и всех касается. Что, допустим, сейчас у меня нет авиации, я вот помочь вам не могу. Нет, самолета прикрою. Ворвой есть, доступен. Да, ребят, попробуйте на эту делать, и вас там обходят слева. Хамбик. Пробуйте делать ставку на ту точку. Ребят, вы держитесь, вот кто слева. Киньте, раскидайте пехоту здесь, вот тут дыра. Могут проползти там еще что-то. Хотя, вот 3-4 там для засвета, чтобы было. И по самого краю тоже тут у вас не густо, два пехотинца. Раскопайте хотя бы 2-3 окопа. Посадить, потому что до самолета могут доползти втихаря. На ЗУшке отключите радар на ЗПУ. Два раза нажать. Он сейчас справа выбьет. Справа выбьет. Я помогу сейчас. Пацаны, слева, к вам грузовик приехал. Завет фигня. Справа просто смяли нас. Блин, ну вот опять. Вот по ЗРК вот ЭГО работает. Ребят, пробуйте захватить. Я на посадку. Самолет пока у меня на перезарядке штурмовик, а бомба есть. Бомбу могу еще скинуть на ту точку. Сейчас слева. Танк сейчас вынес там, на центре или что-то. Ребят, надо захватывать.
Что, центр нужна помощь, да? Пока нужна, да. Пиздец. Да, ребят, право отхватите. Нечем. Там два танка, блядь. Наши тебе греют. Лево пробуйте штурмовать. Я справа. У них очень много ПВО. Офигеть. Вот опять не... Это, ребят, пробуйте уничтожать ПЗРК и всякий комплекс, потому что мне опять сейчас одна ракета влетела, я не могу вести огонь, надо чинить. И кто мне там самолет не поломайте, нет, танкам. Они справа нас промяли, у них минометы, короче, и танки, и все прочее. Все, что надо, блядь. Ага. Танки могу вынести. Ребята, у них очень много ПВО, мне очень тяжело действовать. Зашибись. Все, справа последний вход, чуть-чуть не надо. Че за самолет упал сзади? Домой я не знаю как, я, короче, менял вооружение, и он бахнул. Ну это ладно. Аккуратней. Сейчас танк вынесу вам. Ребята, я не знаю, вы вдвоем как у вас один Димка выбил? Вас двое, у вас очков больше. Почему один? Нас справа двое. Ну, он там мало действовал. Ну, только что-то чересчур уж эффективнее понял. Ну, так минометы же брали, блин, короче. Танку хорошо. АГС. Большое спасибо. Авиация справа. Штука 5-0, блядь, ударка 5-0, нахуй, спокойно прилетает. Не, надо сбивать после того, как все у нас уничтожено. О, я вижу, ребят. Сейчас зайду. Просто, блядь, ПЗРК молчит. Помимо него уж только самолетов прилетел, давай. Ребята, сейчас поляну зачищу слева. Ты неспокойно через нас пролетаю. Все, больше нету. Сколько смог, столько кину. Я пустой. Я еще пушкой пройдусь. Зашибись. Первый вышел. Понятно. Сейчас я возьму, я за ним слетаю. Через левый фланг. Ну, это ему Димка сказал, осторожно действовать. Не летать, он только РВВ берет. В основном. Ребят, пробуйте ту точку занять, вот это. Ребята, вы пробуйте справа хотя бы одну отхватить, которую держали изначально. Минометы, нечем, пих... понимаешь, нечем. Ну, как он танки уничтожает? У нас куча ПВО, у нас было две шилки, ЗСУ стоит, моя ЗСУ стояла. Три ПЗРК лично у меня тут торчит, блядь. Они пролетают спокойно, просто прямо над ними, они молчат. И выносят нам всю технику. Просто. Хорошо, ребят, слева у вас вертолет, вайпер. Сейчас попробую помочь. Нас зачистили справа. Рамыч, не гони, нам сейчас справа пойдут еще диверсанты, нам их нечем тормозить. Сейчас попробую помочь. Пехоту вызывайте дешевенькую. И держите, вот эту точку укрепляйте, наверное, ребят. Ну как так-то? У них тут 1000 ПЗРК. Справа пролет, слева пролет. Это беспилотник. Фугасом, фугасом его. Да, хорошо ему. Все, я тоже пусть снял. Хорош.
Ребят, сейчас помогу с этой херней, то что там слева у вас. Есть? Да, есть. Да, не тратится как страйкер. Он ничего не сделает. Там вот вырываешься. За тобой. Жаль, зря ты. Я не вижу. Есть твой какая-нибудь? Да, лети как лети. А я кассетки продаю, пехотные скину. Ребят, за мной. Делай. Ребят, он живой, он вам мешать будет. Давайте я вынесу его. Да не тратится на него. Сейчас я сам кому. Кукуха, пробуй дальше продвигаться. К этой точке. Да, понял. Что-то едет. Летит, не едет. Блять, не сбили. Пробуй двигаться, у него там один танк. Двигайся, один танчик всего. Вон, я тебе даже под цвет пилота, она сейчас камешка поползла. Мне там ни хрена нет. Ребят, ну держите их, ну как так-то, ему. Копайте уже здесь яму, не пускайте на аэродром. Блин, ну это просто звездец. Ребята, авиация там у вас слева. А, это Рипер. Он не попадет к этими, надо двигаться. Танками, техникой двигайтесь, не стойте на месте. Вперед! Назад не навсегда, вперед едьте, задание наведется. Я вижу, ну пробуй его чем-нибудь. Ой, Мед, если он попробуешь. Тут справа, ребят, слева не помогу, с центра пока тоже не помогу. Тут справа, короче, у нас сейчас Дарис подойдет. Жду задания. Цепляйте точку, танк один. Как делаете? Вот у вас двоих, у кого-то много очков, один берет танк, у второго поменьше берет пехоту там разную. И пробуйте там танком подъехать, фугасом сюда что ли долбануть. Видите, они вас дальше пробуют давить, и все, они вас как этот. Как старый забор сносят. Ну блин, это ненормально. У меня пока авиации нету. И не скоро будет. Минуты через две только. Кукуха, пробуй укрепляться, поставь миномет где-нибудь. Сюда миномет можешь поставить. АГС там, я не знаю. И побольше пехоты вози из общих войск. И пробуй продвинуться дальше. Вот сюда пехоту кинь, тебе легче будет. И ребят вот эту точку не отхватят. Давай дальше сюда, помню. Этот Кукуха, ты пробуй его отбивать, авиация будет, я тебе помогу, двигайся на эту точку. Ребят, ваша задача хотя бы вот эту точку, даже не хотя бы, а железобетонно держим ее. За танками следим всегда, если танк вызвали, смотрите за ним, чтобы он втихаря его не вынесли. Я карнет заказал. Это правильно. Поставь его где-нибудь, вот сюда поставь, если танки поедут, на всякий случай. Конкурс вот сюда. Один корнет туда, второй конкурс сюда. Или тоже корнет. С двух направлений. У меня конкурс тут еще стоит. Хорошо. Самолет будет через 50 очков, ребят. А, Кукуха, тебе что мешает продвинуться дальше? Блять, отряд пехоты. Давай, короче, если я тебя смогу... Давай, короче, попробуешь правый или левый. Убивай точку. Короче, Кукуха, если вынесешь вот эту фигню, я тебе помогу.
Я от бомбы туда откидаю, попробуешь продвинуться. Ребята, пока сами, но укрепляйте. Больше снайперов, минометы, АГС, там все такое. Санчес. Не жалейте на это. Я колючку от пехоты протяну сейчас. Санчес. Да, да, да. Попробуй лево вон эту точку крайнюю. Не здесь, не здесь. Мне или сюда? Не, Санчес, туда что-то не мог. Help me, танку. Здесь кто живой? Да. Yes. Чуть тишина меня так пугает. Пробуй идти, я ему скинул бомбы. Сейчас ему должно прилететь. Давай. За мной самолет, напрягите стволку. Я вообще в ахе бивал, брат. Ну конечно. Я его на зушку вывел. Блин, он это рано сбил. Офигеть. Ну короче, я тебя отбомбил, пробую, у меня тут не должно. Ну, может, пару пехоте. У меня конкурс пустой, но. Ебали, они мой танк кошмарят, ну. Все, мой танк наконец-то отремился. Я был обратно. Миномет работает. Направо. Откуда? Это вот эти что ли? Да-да-да. Я короче думаю, может Василька взять. Пробуй пройти кукуха дальше. Обязательно. Надо проходить. Ребята, молодцы. Контрбатарея, думаю. Ну да. Ты главное только отстрелялся и сразу фигает. Надо тогда на чем-то возить, блядь. Ну он же вроде с мотолыгой летит. Да. Опа, ГП пошел.
поэтому у них топ за карту улетел. Чем гео для Василька лучшая позиция? Браша справа прет. Вижу ребят ПВО. ПЗКшников. Мой конкурс сломал, сука. О, хорош, полетел. Вот надо, чтоб... О, кто-то попал. Вот сюда еще ПЗКшник. Как он будет пролетать? Там к вам вынес, пробуйте. Никем. Кукуха, сейчас помогу, что-то мешает, пехота. Да, он ее приводит так же, как и я. Только не вылетай. Она же хуйня, Василёк не может ударить, блядь, через все поле нахуй. На поле его выведу, его сниму. Ребят, почистил вам там справа. Давай, этот, кукуха при, у него тут ни хрена нету, я тут даже кассетные эти скинул, бомбы, против пехоты. Нет, сука. Успел, ну, сейчас кассетки упадут, почистят. У него здесь только этот страйкер с пушкой стоит. Пробуй идти дальше. Ребята, вы справа держите, делайте костяк, укрепляйте. Кукуха, пробуй дальше. Не надо держать точку. Ползи дальше. Я тебе фронт зачистил, пока ты стоишь, он накапливает силы и ползет дальше. Бредлю надо выносить. Пока не могу, без авиации пока не с... Слева молодцы, Абрам там у вас. Ромич, можешь Абрамс вынести вот этот? Он, кукухи, по-моему, он не видит тебя. Пока этот, терминатор с этим воюет, отвлекись, он жопой к тебе. Вынеси его и все. Он не видит. У меня просто сейчас возможности нету. Или ракету ему хотя бы пусти, чтобы не подходить. Терминатор, отходи, отходи, отходи. Если можешь, отходи, пока не на густях. Танкуй от башни. Надежду заряди и пуляй. В крышку, может, попадешь. Не выходи, удерживай, пока Ромич не уничтожил танк. Вынес, да? Хорош. Ром, теперь можешь с фланга зайти в этим Абрамсом. Пусть этот терминатор отвлекает. Ой, Васильку пиздец. Вот здесь пех. Давай, Мити, спасай, бля. Двигайся, бардаки заказывают там это рандомно, пускай все, пробуй туда отхватывать. Кати его, и там выкинул два пеха и поехал дальше. Там вот на эту, вот тут у них явно никого нет, вот здесь. Там один, может, пехотинец сидит. Вошел. Ребят, что у вас за прорыв был? Смотрите аккуратно, не пускайте так больше. Укрепитесь здесь, помогите, здесь у вас дыра. За страйкер, ой, страйкер.
Там Абранс проехал, да еще и этот говно. Хорош, 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 хорош. Давай, молодцы, пошли. Выкидывай здесь пеха. Пофиг. Стреляй по этой, ты ее уничтожишь с КПВТ. Хорош. Нормально. Сколько у тебя пехотинцев кукуха в Бердеме? Один? Двое. А одного выкинь, пусть захватит. А стрелок пусть отстреливает. Да, чего? А что, закрыто? Он замёрз. Зачем? Так, ребята, держим этот напор, держим, надо чуть-чуть держать. Кукуха, укрепляй здесь, не давай, держи. Вот заряд так танком рисковал. Ты вперед лучше пехов продвигай, потом танчиками. Что ты хочешь, прорваться попробовать? Не-не, он тут окопы опустили. Кукуха, если есть что-то, вон он пехов высаживает. У меня авиация будет только вертолет, но вертолетом не хочу, меня быстро собьет. Че, у тебя там какой неадекват. БТРом не едь, держи этот, как его, оборону и пехоту подводи, пока БТР в этом. Да что так вы? Это вон, на А-10. А-10, да. Он садится там. Я почти починил, Василек. Держите напор, они напишут ГГ или так до конца дотянем. Ромчик, help. Пулемет тащит танковый. Уже не тащит. Ребят, я вам могу бомбу откидать через 54 секунды. Да я уже там взломал. Ребят, вот вам БМП-3 как миномет. Я же всегда смекал. Молодцы, кстати. Молодцы, что реабилитировались. У меня авиация там реально ездит. Самолет сидит на крыше. Он сидит или взлетел? Вроде сидит. Сидел. У меня сейчас бомбер через 7 секунд будет. Ребят, вас что, сейчас тормозит что-то или нет? Вот на эту точку. Ну да, прорыв танков небольшой был. Угу. Тут Димка прорыв делает. Вот так и работает БМП-3. Не да, подходя. Сейчас я его танком. Че, давай Ромчик во втором тагилами. Я клею. Газ через него пролетел. Мабром давай. Ну вроде убил. Да, убил. Ничего нет, Абрам. Ромич, точка справа, там тебе как аккуратно. Кукуха, пробуй, я тебе сейчас бомбу скину, не знаю, одна, две бомбы есть. Понял, подведу. Для тебя две бомбы. Этот, пробуй зайти, ну там страйкер. Ромик, страйкер вправо, аккуратно. Угу. Терминатор есть чем ударить?
попробовать. Ну, ребят, вам мои бомбы справа помогли немножко? Вот пробуйте танк выносить. С расстояния пытайтесь. С ракеты или с чего-то. Да все ему в нище залетел. Меня так стал, что мне глухновода не хватает. Надо сейчас центр занимать, иначе Степа сейчас реабилитируется. Я РВшник возьму и слетаю за ним. Я собью ему самолет, и он тогда вообще ему поможет. Кукуха, удерживай центр, там пехота подползает. Ложи ее. С карда долби, ты разобьешь эту будку, она пробивается. Заряди бронебойные, посмотри, есть там у тебя. Ребят, пробуйте сюда потихоньку подводить. Хотя бы 3-4 для разведки, там разнюхивать. А там сидят сверху. Поехали. Откуда меня? Кукуха, я тебе БМП второй помогу. Блять, не достреливаю. Спасибо. Давайте даем. Напрягайте ПЗРК. Достреливает, я с Василика не могу до него достать. Я уже еду на бэхе второй. Этот, кукуха, тебе что-то мешает. Сейчас бери больше пехоты. Если очков мало, пехоты только. Я думал, может, это не попробуем. Какую? Ну, давайте пробуем ее взять. Давайте. Я помогу, может. Если там ничего нет, серьезно. Там пехи. Степа, он едет, пытается. Только близко не подходи, если шилкой будешь обрать. Я уничтожу ее, можешь не бояться. Там мой вылазит. Нет, у тебя тут подсвет, кукуха, надо его всякие танкисты. Вот здесь один сидит. Понятно, я знаю, куда бомбы кидать теперь. У тебя этот танк живой еще, вроде как. Ребят, самолет не скоро, очков через 100. Бредлю надо вынести, или это ее вынесли? Пробуйте сюда зайти. Заема. Ну там миномет у них. 120, надо его выносить. Пока нечем. Главное, что в конце самого вытянули. Не, ну, ребят, вы справа то, что укрепились, молодцы. На зубами грызлись просто. А терминатор там еще помогал, я смотрю, да? Да, терминатор я тебе задавил, чувака твоего. Спасибо. Санчес, ты не знаешь, у них самолет тут лимит или нет, потому что он... Мы карты Ромчик, прикрой так делать. А, слушай, а он уже не полетит никуда. Его отремить можно. Ну, я знаю, что не полетит, просто он гермитет их или нет, мне интересно. Слушай, нет, уже нет. У где-то пидорачик велил. Вертолет взяли. У
Куда летит? Тебя сейчас пробуют отхватить точку. Тут тоже не надо. Я здесь, а я сюда отработаю, у меня сейчас самолет скоро будет, через 25 очков. Есть предложение за ним заслушку вот эту. И отработать, поговорим. А получится. Можно попробовать. Главное мне не отдавать им ни одной точки и отжать вот это. Ну сейчас одну отдали, вот эту степень здесь. Вот. Первый рез. 3 очка, я вылетаю. Я там зачищу сейчас, где метку поставил. Полевыми ножом по тебе. Страйкер. Или что? Там еще один страйкер. Я тут минометный вынес. Ребята, есть стволочка? Блин, чем? Блин. Тот есть. Угу. Ага. Сейчас я тебя собью. Понятно, не садил. Абрам. Разгорел. Ребята, я вон там миномет вынес. Минимкая очков подкопилась. У меня вертолет полетел. Вот. А, хорош. Неплохо. Это было потно.